Всем привет, ребят, с вами Макс Роблокрафт, и сегодня мы будем играть в Дурс. Да, короче, будем сегодня играть в игру про дверь. Если что, ребят, вы меня не осуждаете, потому что я не знаю, как в это играть, да? Я только вообще впервые вообще сюда зашел. Так, ладно, немного обрезаю загрузку. Тут реально бесит, тут загрузка идет вообще миллиарды лет. Нереально, там прям минута шла загрузка, вообще, что за дичь? Так, что это такое? А, блин, я подумал, это монстр. Так, костер, камин, так, нужен какой-то ключ. Ну ладно, сейчас найдем этот ключ. Стоп, а, вон, я его вижу, все, нашел. Ну как бы да, я не мог этого не сделать. Так, проходим, собираем ключ, отлично, так, теперь идем к двери и открываем ее, так, отлично, идем дальше, так, и что теперь, то есть закрытые двери, ну я не понимаю, что тут, так, ну ладно, ребят, я этого не мог не сделать. Хочешь верь или не верь, я пройду игру про дверь, можешь верить или нет, все равно открою все. Хочешь верь или не верь, я пройду игру про дверь. Можешь верить или нет, все равно. Так, мы уже на двери номер 4. Так, блин, какие-то стрёмные коридоры. Ну ладно, так, на дверь номер 5 вообще изи. Так, а чё, как теперь-то проходить? Так, эй, куда, я не понимаю. А, вот, дверь какая-то. И куда это ведет? Что это вообще такое? Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Так, ну ладно, ребят. А, это типа погреб. Да, все, я понял. Это типа винный погреб. Да, вот прям вот такой. Так, и что это такое? А, понятно. Так, рычаг какой-то. Ну ладно, нажимаем, возвращаемся обратно. И я так понимаю, вот эта вот дверь должна открыться, да? Вообще, ребят, на изи. Легко. Найс. И дверь номер 6 позади. Так, собираем монеточку. О, не, ну, кстати, это прикольно. Вот эти вот шкафчики с монетками, только я не знаю, зачем они как бы нужны. Так, вот я запутался немного. Так, дверь номер 7 опять позади. Так, а вот тут уже, кстати, нет, тут уже реально стрёмно. То есть, выглядит, ну, так. Вот такие маленькие комнатки, типа коридор, это норм. А вот большие комнаты, это страшно. О, кстати, филд. Филд. Field. Вот примерно вот так вот. Так, комната 9, ой, дверь 9 позади. Так, ладно. О, кстати, стоп, чё? Ловля свежей трески? Чего? Что это вообще такое? Так, этот шедевр подписан как? Это не шедевр. Это, я не понял, какая-то женщина в розовом платье, похожа на этого Дим Димыча, который поет вот это вот бодоладушки, и этот, и бодобум, что ли? Или что это такое? Кто это? Я не понимаю. Так, это не скрипка. А, да, реально, это не скрипка, это два лица. Блин, вообще прикольно, кстати. Так, надо было найти ключ, оказывается. Ну ладно, может быть, например, ключ в шкафу, да? Так. Да блин, он все это время тут был. Ну ладно, это, конечно, фигово, но, в принципе, собираем ключ. Не, в принципе, нормально. Так, теперь бежим к двери. Угу. Так, бежим. И открываем. Так, в смысле? Что за фигня? Надо было ключ взять. Так, ну ладно. В принципе, там нужен ключ. Да блин, это надолго. 3 hours later. Так, стоп, а что там светится? А? Так, что? И что? Что это такое? А, ключ! О, прикольно. Да, кстати, я там не разглядел, что там за картина была. Так, и тут тоже какое-то сияние. Ну, тут вроде ничего нет. Да и ключ, в принципе, мы нашли. То есть, ничего уже не надо. Так, ну, окей, ладно. Так, и потом заходим в какую-то комнату. Угу. Так, и чё? Чё тут? А? Что? Что? А? Стоп, чё? А? Да блин, нафига я спрятался-то? Надо было ключ взять. А я, это, там просто кнопочки были рядом. Я не случайно не нажал. Так, ну ладно. В принципе, открываем. Давай, открывайся. Всё, отлично. Так, ну, я вам обрезал, потому что... Потом... Что? Это что такое нафиг? Господи! Что это такое?
тебя убил Раш. Ну, ладно, я все равно не знаю, кто такой Раш. Так, ну ладно. Мы, в принципе, уже знаем, куда надо идти, поэтому у нас тут начинается спидран. Ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Ран, ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Ран, ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Ран, ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Стоп, в смысле, а где рычаг? Я что-то не понял. А где рычаг? Так, поехали дальше. Ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Ран, ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Ран, ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Ран, ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Очень странное название квартиры «Кул-де-сак». Так, стоп, там была 8-я дверь, а там какая-то 13-я. Стоп, чё? Я не понял. Так, вот. Вот такие вот комнаты мне не нравятся. Они такие прям, типа, стрёмные, не знаю. Так. А, господи, там идёт, прячемся! Вот это было реально сейчас стрёмно. Так, ладно, вроде никого не было. Угу, в принципе, там просто походу шкаф упал. Так, ну ладно, в принципе, полтора получается. Идем дальше. Угу, так, блин, опять шкаф упал. О, господи, это вот реально очень страшно. А как пройти-то? Не понял, в смысле? Так, ну ладно, вот, так, проходим. Отлично, это уже 12-я дверь позади. Так, 13-я дверь, проходим. Сейчас будет 13-я, отлично. Так, теперь, ну, наверное, поднимемся наверх. О, кстати, не, ну реально прикольно. Господи, что, серьезно, опять меня Раш убил? Ну ладно, ребят, это уже конец ролика тогда получается. Так что, ребята, всем удачи и всем пока-пока.